В управлении молодежной политики обсудили развитие КВН-движения в регионе. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития края Екатерина Читошникова. Возрождать закрывшуюся официальную лигу КВН «Алтай» не будут. Развивать планируют любительскую Барнаульскую лигу. Под ее эгидой осенью запустят очередную школу КВН. Екатерина Читошникова отметила, что в период пандемии именно Барнаульская лига проводила игры в онлайн-формате. Также принято решение организовать Кубок губернатора, а победителя сезона отправить в Сочи на международный фестиваль команд клуба «Веселых и находчивых». Барнаульская лига уже 19-й сезон работает. Безусловно, мы в тесном взаимодействии с городской администрацией. Вы знаете, с точки зрения интеграции организационных, финансовых, разных других ресурсов, мы и выстраиваем работу в Алтайском крае с учетом потребностей вот всех сторон, да, всех участников этого движения, для того, чтобы у нас достаточно системно выстраивалась поддержка КВН-движению Алтайского края.